Всероссийской сельхозпереписью в республике на сегодня охвачено более 70% объектов этого мероприятия. Например, в Хангаласском районе, судя по заполненным переписным анкетам, только в прошлом году свыше 3000 сельхозпредприятий воспользовались господдержкой. Это крупные компании, агрофирмы, семейные фермы, лично подсобные хозяйства. Так почем будет нынче овес и какие надежды связывают сельчане с итогами переписи, выясняла Юлия Михайлова. В Хангаласском районе больше всего лично подсобных хозяйств. Для многих свой огород стал хорошим подспорьем для семейного бюджета, как и для 86-летней пенсионерки Екатерины Павловой в селе Актемцы. Полвека назад на 25 сотках было чистое поле. Это тыква. Я всю зиму запашу себе каша тыквенная, супы овощное, тыквенное и это... Кабачковая, патиционная. Для семьи очень хорошая подмога, я думаю. Я вообще думаю, это детей кормлю овощами. На Сайлыке, летней даче агрофирмы «Нюмигю», ранним утром спят только дети. Взрослые давно на ногах. Профиль агрофирмы – племенное животноводство. Австрийские коровы неплохо прижились в суровом климате и при хорошем раскладе дают в сутки до 2 тонн молока. Все отправляют в Якутск. Но из-за капризов погоды 2 последних года туго с кормами. В прошлом году засуха была большая, поэтому у нас заготовок силоса и это очень маленькие было. А сейчас вот вроде дождь есть, но времени для ценокошения не дает. 1 августа уже вот на носу. И у нас только 16 рулонов по хозяйству. 3 миллиона рублей на расширение своего хозяйства получили в прошлом году фермеры Гаврильевы. На эти средства купили трактор, охладитель молока. Еще сажают овес и картофель. Если с посадками нынче все в порядке, то заготовка сена, как во многих районах, все зависит от погоды. Но и не только. В Немигунском наследии аграриям не хватает сенокосных угодий. Все хозяйства района получают субсидии на молоко и маточное поголовье. Фермерские и лично подсобные хозяйства участвуют в конкурсах на получение грантов от республики и федерального центра. Какие новые формы поддержки и какие отрасли ее получат, станет известно совсем скоро. Первые итоги переписи опубликуют уже в октябре этого года. Юлия Михайлова, Федор Тарасов, НВК Саха, Нюмигюнцы, Актемцы, Хангаласский улус.